Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас вечный БТГ-зарядник. На схеме, ребята, 6 ионисторов. Тестер показывает, что ионисторы быстро заряжаются. Видите, уже 8,65. То есть в течение 10 минут они заряжаются до полной. Что применяем, ребят? Применяем блок питания 13 вольт 0,5 ампера. Какой же расход у нас? Расход системы, ребята, как видите, 0 ватт. Вот появилось, то взял и 0 ватт опять. То взял и вернул. Дальше, ребят. Какая сила тока? Ну, значит, 0 ватт, сила тока у нас тоже 0. Сила тока 0. И напряжение 235,9. Благодаря, ребята, этой системе мы можем заряжать бесплатно суперконденсатор. Видите, уже 9. Уже 9, то есть идет очень быстро. Даже, может, не за 6 минут, за 5 где-то минут. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого замечательного изделия. Итак, схема. 6 ионисторов, ребята, по 100 фарад. Зарядное устройство 13,5 вольт, 0,5 ампера. Как вы видели, подача и 0. Сразу в начале подача и дальше уже работа на нулевом потреблении. Сразу возвратил. То есть расход 0. Значит, за сутки мы можем, ребята, зарядить по этой схеме, значит, по 6 штук за 5 минут, 6, а если за час, помножить на 12. 72 за час, ребята, а помножить на 24, 1700, ребята, 28 штук мы можем зарядить за сутки. По этой схеме. То есть обеспечить небольшую квартиру полностью бесплатным электричеством. Потому что здесь, видите, получается бесплатно. Также можно методом умножения усилить систему, поставить, допустим, не 6 ионисторов, а 600. Зарядное устройство не пол ампера, а в 100 раз больше, там 50 ампер. И будет также бесплатно заряжать. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального вам, ребята, железного богатырского здоровья.